Вот наш двор. Ломоносова 1, Ломоносова 7, Ломоносова 3, Ломоносова 5. Проспект Строителей 29, многоэтажный. Девятиэтажный дом, двухподъездный. И следующий дом 29А-29. Проспекта Строителей. Там тоже двухподъездный, девятиэтажный дом. Вот такая площадка, которые обращались, просили, но, видимо, не так важно для кого-то. Вот родители уже, жители из поддонов самостоятельно смастерили. Ранее тут дети с помойки старую мебель таскали, домики строили, чтобы было в чем играть. Теперь, видимо, тоже, вот видите, из поддонов старой мебели детишки. У них хотя бы есть во что поиграть. Родителям пришлось проявить свою фантазию. И беседочку детишкам сделать. Тоже сделано родителями, жителями этих домов. Потому что никто не может здесь сделать площадку. Вот натащили шин, чтобы создать подобие детской площадки, колес покрасили, ну, облагородили. Вот это вот машина, в которой детишки играются. Со стороны кажется, что это прям настоящее, а по факту это муляж. Вот. Но больше всего, да, есть горочка для маленьких малышек. Песок, правда, там, да, вот здесь была качалка, но она сломалась, ее просто демонтировали. Качели одна, которая еще работает. А ну вот маленькая песочница, в которой песка-то никогда и не бывает по факту. Песок-то где? А ну да, там можно подкоп делать. Вот. А, и больше всего поражает вот футбольное поле. Это правила игры какие. Как вид спорта называется? Или это футбол все-таки? Удивительная игра футбол, оказывается. Что можно играть по-разному. Вот нас тут много. Мы ждем. Ждем помощи государства, чтобы облагородить площадку. Спасибо большое. Вот детишки создают себе детскую площадку. Потому что играть-то негде. Бедные детишки с помойки тащат.